В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения, и на данный момент прививку от коронавируса сделали 80 326 жителей Верхневолжья. Это почти 85% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В понедельник, 5 апреля, в центре имени Аваева вакцинировались студенты Тверского государственного медицинского университета. О том, как это было, в материале нашего корреспондента. Студентка 4 курса Тверского государственного медицинского университета Юлия Бигина о том, что такое пандемия, знает не понаслышке. Девушка несколько месяцев проработала на передовой борьбы с эпидемией. В общей сложности, рассказывает Юлия, за ее плечами более 400 часов красной зоны Тверской больницы номер 6. Всю серьезность заболевания девушка видела своими глазами, а потому, когда появилась возможность вакцинироваться, приняла решение, не раздумывая, говорит студентка. Я видела, как тяжело болеют люди, очень много мы видели смертей, и поэтому я считаю, что очень важно в это время привиться, если есть такая возможность. Полина Сысоева учится на курс младше, однако к вакцинации относится столь же серьезно. Как признается девушка, и она, и ее коллеги, будущие студенты, относятся к кампании по массовой вакцинации со всей ответственностью. Все понимают, из чего она состоит, ее состав, что были клинические испытания, которые подтвердили эффективность и, главное, безопасность вакцины. Поэтому только с радостью все идут. В общей сложности на сегодняшний день в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 80 326 человек. Это 84,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Только за минувший день, 4 апреля, вакцинировались 278 человек. Один из прививочных пунктов на территории региона развернут в центре имени Аваева. Как рассказывают в медицинском учреждении, за период с января здесь сделали прививку около 5700 человек. Большинство из вакцинированных – это люди старшей возрастной группы, среднего возраста. Но на сегодняшний день в наше учреждение обращаются и студенты, то есть люди молодого возраста. Дело в том, что в большинстве случаев инфекцию они переносят достаточно легко, но тем не менее могут быть источниками для заражения окружающих, в том числе и своих родителей, дедушек, бабушек, близких. Напомним, массовая вакцинация проводится в России по поручению президента страны Владимира Путина. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.